что будет происходить, если пилот все-таки потеряет сознание во время уклонения фигуры выше пилота? Такого не произойдет, потому что очень строгий медицинский контроль у нас, за нашим здоровьем очень серьезно следят. Вот. Ну и плюс самый лучший контролер своего здоровья – это летчик непосредственно. С плохим состоянием здоровья ни в коем случае не сядьте в кабину, потому что это преступление. Вот такого быть не может, об этом даже нельзя думать, что летчик может потерять работоспособность. Я так понимаю, что вы часто теряете сознание под этим волком.